Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Первый месяц лета выдастся плодотворным периодом в жизни тельцов. Чувства и эмоции отойдут на второй план, уступив место материальным ценностям. Гороскоп для знака Телец на июнь 2021 года пророчит упорный труд и значительный рост прибыли. Это месяц исполнения желаний, требующих крупных денежных трат. Благоприятными днями будут 7, 11, 14, 25 и 28 июня. А с гороскопом для знака Телец на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В июне 2021 года у Тельца появится шанс обогатиться. Это позволит осуществить давние мечты о путешествиях, новой машине или дорогой мебели. Будьте готовы к тому, что работать придется очень много и качественно, чтобы достичь желаемых успехов в финансовой сфере. Полученные деньги не обязательно тут же тратить. Можно вложить их в какой-то перспективный проект. В сделках по приобретению дорогостоящих вещей важно не терять бдительность. Но не стоит забывать о том, что не все в жизни продается и покупается. Важно не забывать уделять внимание родным и близким. Одиноким подопечным знака Телец не стоит бояться пробовать что-то новое. Не отказывайтесь от новых романтических знакомств и больше общайтесь с людьми. Находите время на посещение интересных общественных мероприятий. Не исключено, что на одном из них вы встретите свою судьбу. Работа и карьера. Уже в первые дни этого месяца наращивание капитала может стать навязчивой идеей, требующей перемен в трудовой сфере. Профессиональный гороскоп знака Телец на июнь 2021 года предрекает новые возможности и перспективы для карьерного роста. На долгое раскачивание времени не будет, действовать придется быстро. И только проявив максимум решительности, целеустремленности и находчивости, получится достичь успеха. Поиск новых источников прибыли может привести Тельца в совершенно новое направление в трудовой сфере. Это может стать поводом для того, чтобы перейти на другое место работы. В этом месяце Тельцам не стоит тянуть с реализацией новых важных проектов и осуществлением интересных и перспективных планов. Наверняка ваши идеи окажутся удачными и очень прибыльными. В июне Тельцам, желающим увеличить доходы, стоит сосредоточиться на самостоятельной реализации своих задумок и проектов. Деловое сотрудничество окажется менее эффективным. Финансы. В первый месяц лета Тельцов ждет прорыв в финансовой сфере. Стремление заработать как можно больше денег подтолкнет к поиску всевозможных вариантов заработка. Если у вас есть творческие способности, таланты или хобби, смело решайтесь на их развитие и легализацию. Финансовый гороскоп Тельца на июнь 2021 года пророчит укрепление материального положения и возможность выйти на новый уровень жизни. Главное использовать этот месяц с пользой и активно действовать, а не ждать, что все поменяется само собой. Предусмотрительным Тельцам стоит подумать, как распорядиться большой суммой денег, дарованной в этом месяце. Не упустите шанс порадовать себя и родных покупками, давно вписанными в список желаний. Избегайте крупных трат в начале месяца. Вещи, купленные в этот период, могут оказаться некачественными. Следите за тем, чтобы вам не подсунули подделку. А самым продуманным Тельцам стоит рассмотреть проверенный вариант вложения денег. Семья, любовь и отношения. Июнь 2021 года – это период безоблачного счастья для Тельцов. Это идеальная возможность для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. Не забывайте заботиться о тех, кого любите. Наслаждайтесь радостью, взаимным уважением и благодарностью в отношениях с близкими. Радуйте их и себя всевозможными сюрпризами и подарками. Семейных Тельцов ждет месяц полного взаимопонимания и душевного единения с партнером. Важно создать дома максимально комфортную и уютную атмосферу. В это время появится шанс еще больше сблизиться с ними. Любовный гороскоп на июнь предрекает укрепление чувств влюбленных подопечных этого знака. Сейчас самое время укрепить отношения и вывести их на новый уровень.
Одиноких тельцов в этом месяце ждет множество приятных знакомств и многообещающих свиданий. Отношения, зародившиеся в начале лета, будут основаны на общности интересов и дружбе. Это добавит шансов на то, что эти отношения сложатся очень удачно и могут подарить вам счастье. Здоровье. Гороскоп для знака Телец на июнь 2021 года пророчит отменное здоровье. Первый месяц лета подарит тельцам хорошее самочувствие. Это время идеально подходит для занятий спортом на свежем воздухе. Постарайтесь вовлечь в это и вторую половинку. Совместные пробежки, купание в водоемах или занятия йогой будут полезны не только для здоровья, но и для отношений. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!